Павел Прилучный и Мирослава Карпович счастливы вместе уже более года. Знаменитая пара старается не афишировать свою личную жизнь. Я не хочу говорить о личном, зачем? Однако недавно Прилучный решил откровенно рассказать о любимой. По словам Павла, она много сил и денег отдает на благотворительность. Она психолог, детский психолог в онкологическом центре. Вот, и она часто очень ездит, все, что благотворительность, это Мирослава. Никогда не афиширует это, не выставляет в Инстаграм ничего. Все, что касаемо пожалеть и, значит, отдаться себя полностью, это вот она. 80% ее времени и ее дохода уходит все на благотворительность. Павел отметил, что его возлюбленная никогда не афиширует свою деятельность и не рассказывает о ней в социальных сетях. Также признался, что и сам давно занимается поддержкой нуждающихся, но предпочитает так же, как и Мирослава, не рассказывать об этом. Да, как же хорошими поступками хвастаться нельзя, да? Павел Прилучный прививает это и своему 8-летнему сыну Тимофею от бывшей жены Агаты. На днях вместе они посетили подмосковный приют для детей из малообеспеченных семей. Ранее Мирослава Карпович объяснила, почему не рассказывает ничего о жизни с Прилучным. Актриса призналась, что не хочет делиться сокровенным в соцсетях.